Казахстане прошла церемония вступления в должность нового президента. Исполнять обязанности главы государства до следующих выборов будет спикер Сената Касым Жомарт Токаев. В ходе совместного заседания двух палат парламента республики Токаев принес присягу. Затем глава республиканского ЦИК вручил ему удостоверение президента, штандарт и орден. Республикасын президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Новый лидер не один год находится в руководстве страны. Токаев был министром иностранных дел, работал премьер-министром, являлся главой Верхней палаты парламента. Он заверил, что авторитетное мнение Нурсултана Назарбаева, он, напомню, объявил об уходе с поста главы государства накануне, будет оставаться приоритетным при принятии стратегических решений. Он напомнил, что Нурсултан Абишевич является председателем Совета Безопасности, главой партии Нур-Атан, председателем Ассамблеи народа Казахстана, членом Конституционного совета. В числе первых инициатив Токаева переименовать столицу республики Астану в Нур-Султан, а также поставить в столице памятник Назарбаеву и переименовать центральные улицы всех областных городов в его честь.